Маша, целая цель. Коллекция. Я в режиме зал. Здесь начинается компания, процесса которой я отниму ваше внимание. Оно притянуто к сцене, в ее пределах движение, внимающим уважение, не понимающее за пределы помещения. Сделайте одолжение мне, мое предложение. Хип-хоп без ограничений, нет, это не то извращение, которое показывает день. Пока сухо обезьян, чтобы заработать денег, не просто стихийное течение, как обычный просто. Хардкорная визия. На отрезке времени мягко, та самая дата, та самая стенка. Проломана когда-то очередная преграда. Не побег, а моя братва берет верх. Выбылась и без тени едва ли. Глаза прожрали, амигдали, увидали. Туда, где стремились, зачем еще не понимали. Достигнуть цели желали, поэтому объединились. Несмотря ни на что, жизнь рок-н-ролл в сердце каждого. Мы делаем его для того, чтобы ты нашел хоть немного настоящего. Несмотря ни на что, живет наш хип-хоп в сердце каждого. Мы делаем его для того, чтобы ты нашел хоть немного настоящего. Хоть немного настоящего. Хоть немного настоящего. Пока мы испевали чашу, мы убивали страшно. Чем справиться еще край наш ответа сразу не дашь. Быть может, потому что ошарашен только лишь по взгляду с башенку. Не важно, что там происходит, но главное, убитыми оттуда выходят. Наверное, где там приходят. Приход за приходом, приход за приходом. И вот мы готовы, призыв добра, огромно, как достяты, цензуры, оковы. Смазки расслаблены, приколы, без подковы. Хип-хоп не для клоуна, он рассказывал без повода. Просто так и всегда. Коркализма. Белоцерковский хип-хоп пошёл. Несмотря на что живет на зиму в сердце каждого. Мы делаем его для того, чтобы ты нашел хоть немного настоящего. Несмотря на что живет на зиму в сердце каждого. Мы делаем его для того, чтобы ты нашел хоть немного настоящего. Настоящего. Эхо, хардкор, коллекция, сестра, для нас это душа. Я улыбаюсь.